Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы продолжаем проходить игру под названием The Forest. В предыдущих сериях я все-таки пытался бомбу создать, да, но не очень получилось. Но зато мы много интересного обнаружили. В одной серии паучка даже встретили, что круто. Вот, паучок, паучок, и где монетку взять и подорвать тут все нахрен? C4, вот, подскажи мне, пожалуйста. Я был бы крайне благодарен. А также мы научились спаунить варанов до бесконечности. Вот, и мне игру пришлось перезапустить, потому что FPS опять стал резко дерьмовым. Вот, не понимаю, по какой причине. Но, да ладно, бей, бей по этому багажику. Все, забираем драгоценные наши электросхемы. И, да, в какой стороне у нас пляж? В той стороне, если все правильно понял. Почему-то самолет теперь все время падает около пляжа. Причем стабильно. Если раньше все время в разных местах он был, да, то теперь именно у пляжа. То есть различие теперь только в том, что самолет может упасть либо около пляжа совсем, либо чуть подальше от пляжа, но все равно стабильно на пляже. Так, отлично. Я сейчас зачем сюда иду? Для того, чтобы ракетницу подобрать. Сами понимаете, важная очень вещь, без которой никак нельзя, особенно если каннибалы спортсмена повылезают. Нужно будет их пострелять хорошенько. А то они не понимают вообще, о чем идет речь, да? И нужно им сказать: о, птичка хорошо села. Очень хорошо птичка села, замечательно. Все-таки графику сделали потрясающую в игрушке. Я даже поначалу думал, что это CryEngine 3 или 2. Вот, но оказалось, нет, простой Unity, как и в Rust. Что очень удивительно. То есть при желании можно абсолютно все подобрать. Не получилось. Не получилось. Не все подобрать, имел в виду, а все что угодно сделать с графикой. При умении, конечно же. Отлично. Все. Вот у нас есть ракетница. Кстати, хорошая такая фишка, интересная. Но мне кажется, что ракетница должна лежать на яхте. Вот. Но по какой-то причине, по багу. Кстати, да, у меня сейчас вода глючит, ну и хрен бы с ней. По багу, оказывается, сигнальная ракетница под водой. Да. То есть, странно, странно, но не забываем, что у нас при альфа. Так, здорово. Все. А, нет, еще не все. Вот теперь все. Что-то с ними... Что-то с ними не так, однозначно. Так, предлагаю их сейчас. А то мне это совсем не нравится. Нафиг. Все. А вот теперь мы будем искать дальше монетки. С чистой-чистой совестью. Обязательно. Потому что монетки нам очень нужны. Вот знаете, в чем проблема? Что когда я пытался что-то другое делать, все получалось. Как я только начал собирать монетки, искать монетку. Нашел, отлично. Ура, я таки нашел монетку. Ура, 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 ура. Так. А у нас вечереет уже, или это просто... А, это просто мы в тенек попали. Окей, так. Крафт. Микросхема. О. Отлично. Так, подождите, не понял. Ай, блин, я же забыл, что надо микросхему использовать. Че я? Ступил. Эксплосив. Сейчас я приду в пещеру, найду вот этих многоруких, и как я им дуплень подзорву сейчас, а? Мало не покажется. Ух, мало не покажется. Хотя, не надо было рубить тех каннибалов, нужно было их оставить, прям между ними поставить бомбу эту, и как шмальнуть. Вот у нас пещера. Отлично. Сейчас тут подгрузка идет. А, кстати, тут настолько яркая бомба, что можно просто вот так бегать. Хотя нет, ладно.
дурдом совершенно. Вот у нас теперь бомба с фаером совмещена. Фаер в бомбе находится. Так что рецепт, рецепт. Как бы мне не жалко вам сообщить о нем. Так, так. И в какую бы сторону нам пойти сейчас? Давайте мы сюда пойдем. Или, по-моему, здесь у нас выход. Здесь, по-моему, у нас выход, причем багованный. Да, тут вода резко появляется, потом резко исчезает. Багованный выход. Окей. Значит, нам совершенно в другую сторону. Там нужно, по-моему, топориком фигачить. А знаете, что самое главное? Чтобы у нас эта бомба из руки не выпала. Ух ты, монетки еще. Окей. Только зачем они нам сейчас? Я не понимаю, у нас же микросхем нету. Так, главное только, чтобы не упала она у нас. Нет, она не падает, отлично. Так, блин. Во. Ой! Я все понял. Я все понял. Работает эта бомба по принципу коктейля Молотова. То есть, если у нас она в руках лежит, ни в коем случае не вздумайте себе ставить топорик или что-то еще выпадет. У нас у персонажа руки дрявы немного. Вот, то есть, если он что-то другое берет, у него из руки это выпадает. Поэтому будьте аккуратны. И сейчас нас тут могут встретить каннибалы, в принципе. Я даже не знаю, зачем сюда иду сейчас. А, мы же тут можем всякую фигню понасобирать. И тут багаж лежит. Слушайте, совсем странно. Ну, ок, ок. Давайте мы еще раз погуляем тут. Ну, а вдруг что-нибудь найдем интересное, правда? Конечно, дыхалку нашего тугрика совершенно никакая. Так, в первую очередь мы вот так возьмем, потом вот так. О. О. Товарищи аборигены, где вы? Покажитесь. Или я все, всех кокнул. А, вот они, вот они. Это как? Они же никогда меня не трогали. Че за? Я же всегда подходил, танцевал с ними. Они вроде говорили, давай, что любишь, румбу или джумбу. Всегда. А сейчас что-то, наверное, они это мстят просто за каннибалов своих. Вот, да. Да, скорее всего, именно так. Ну, ничего, мы сейчас ему жопу надерем, как следует. Сейчас мы ему устроим веселуху, самую натуральную. На этот раз я буду готов к встрече с ними. Надо их будет грохнуть. На этот раз, как только они появятся, нужно будет сразу стрелять. Не задумываясь даже. Так, и по-моему, они где-то здесь. Где-то здесь они. Главное только не попасться им. Или... возможно, чуть подальше. Чуть подальше и повыше. Да, скорее всего, они именно там находятся. Но в любом случае, цель мы уже выполнили. Мы бомбу сделали. Что уже круто. То есть, в следующей серии у нас останется исследовать весь остров досконально. Такая небольшая подготовка получается. Что-то мне не нравится. Отлично, то не по-моему где-то тут. Так, у нас туда есть проход. А, ну вот если пойти сейчас вниз, да, направо. Понятно, то есть я тут бегаю в темноте, наверное, туда пошел, может. Не знаю, честно говоря, не знаю. Но факт остается фактом, что вот эти сволочи могут быть там. Можно будет попробовать их подорвать. Не знаю, конечно, получится или нет, но вдруг. Вдруг. Такое жить может быть, правильно. И да, мне кажется, что мы именно сюда пошли, вот именно сюда. И поэтому встретили этих скотин здесь. На этот раз они, наверное, раньше были забагованы, теперь они не забагованы по какой-то причине.
что меня крайне расстроило. Так, фаер, фаер, ну, почему ты так быстро гаснешь? Скажи мне, пожалуйста. Так, вон они. Бомба. Ну? Да вы чё? Ох, какой класс! Ништяк, ништяк, друзья. Цель вдвойне выполнена. Подорвали таки. Вот, наконец-то мы подорвали этих сволочей. И давайте мы теперь отсюда будем драпать. Потому что... как-то отсюда нужно вылезти. Правильно? Но зато мы знаем теперь, что С4 достаточно мощное оружие. Ну, конечно, не настоящее С4, кустарное. Но все же, все же. И на этот раз костер выступает замечательным ориентиром, по которому мы можем отсюда выбраться. Так, я предлагаю еще пушку поставить. Это кто? А, фонарик. Во-о-о. Отлично. Все, давайте отсюда выбираться нафиг, потому что, знаете, мне очень странно, что фонарик так быстро гаснет. По какой причине? Что это я только что подобрал? Таблетки, наверное, да. Наверное, таблетки. Ну, ок. И фонарик что-то как-то быстро... бывает же такое. И фонарик мы как-то быстро тратим. По какой причине, я не знаю на самом деле. Но так вот. То есть обязательно нужно фонарик улучшать. Чтобы можно было, соответственно, дальше нормально играть более-менее. Все, лес прямо на ходу появляется. Что, отлично. Давайте фонарик выключим, потому что он нам потом еще пригодится. Так, и будем палочки добывать. Нам, я думаю, тоже понадобится. Если придется пережидать какое-то время, то лагерь необходим. Лагерь необходим. Кстати, мне говорили в комментариях, что некоторые ловушки используются немножко не по тому принципу, что абориген в них попадает. Нужно самому активировать ловушку, потом уже сам абориген, или, иначе говоря, каннибал в нее попадет. То есть вот такой принцип совершенно странный. И давайте мы тогда выйдем сейчас к самолету, а от самолета уже, соответственно, на пляж пойдем. Кстати, интересно, тут сейчас багаж заспаунится или нет? Очень интересный вопрос, на самом деле. Мне кажется, что нет. Что, возможно, багаж уже весь был открыт. Что более вероятно. А его тут даже и нету, походу. Ну, окей, пойдем тогда на пляж. Надеюсь, там аборигенов никаких не будет, зловредных. Потому что, ну, их в пень. Кстати, мне вам сказали, оранжевая трава. А, она нас только восстанавливает, да? То есть больше никаких плюшек мы от нее получить не можем, к сожалению, к большому. Ну, не так уж и плохо, на самом деле. То есть, бывает и гораздо хуже. Бывает и гораздо хуже. Так, далее. Далее, вот у нас здесь много багажа, можно его пооткрывать. Фу! Ну-ка, ага, 5-багованный мячик. Замечательно. Кстати, прикольно, что ящик можно так вот возить за собой. Очень круто, что он физический, а не просто стационарный. Так, и не так уж и много их осталось. Так. Ну-ка, открывайся. Так, еще у нас что-то многовато как-то осталось. Я-то думал, будет их поменьше. Казалось, нет. Нет, не успел. 2 мячика только вылетело. Ну-ка. Фонарик подобрали, получается, да? Я, кстати, сначала думал, то, что, возможно, в гиде по выживанию вот нам показано, что нужно сделать. Да, и типа это цели наши. И потом они сами по себе будут обновляться. Оказалось, нет. Нет, вообще никак. То есть цели нифига не обновляются. Не бесполезно. И у нас там есть скалы. Можно будет в тех скалах попробовать поискать дополнительную пещеру. Вот, что очень-очень важно. Очень-очень важно. А в той пещере, возможно, мы найдем каких-нибудь новых каннибалов.
сказали то, что еще есть мирные каннибалы, но вы можете себе представить мирного каннибала? Честно говоря, я не знаю. Ну, ты к нему подходишь, говоришь: «Каннибал, а ты мирный?» Он говорит: «Да, я мирный, я тебя съем, но я мирный». Вот, то есть как бы вот так вот. Все очень просто и доступно. Монетки. Очень жаль то, что микросхем больше мы не найдем. Микросхемы тут, к сожалению, как листочки на самолете не вырастают. А оружие, кстати, очень мощное, если тех вот тварей спокойно поуничтожали, да? Я думаю, чуть больше мячика выбросил. Если тех тварей мы спокойно поуничтожали, то, соответственно, всех кого угодно можно с помощью взрывчатки уничтожать. Достаточно мощное оружие, вот, которым нужно пользоваться с умом, как мы только что и сделали, в принципе, подзавали вот этих огромных тварей. Хорошо прилег. Бывает же такое. Ладно, давайте мы тогда на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.